Здравствуйте, уважаемые жители Бурабайского района. Я главный специалист Бурабайского районного управления санэпидконтроля. Сегодня я хочу вам рассказать о ситуации по коронавирусной инфекции в нашем районе и о проводимой вакцинации или ревакцинации против данной инфекции. За период с начала пандемии по 31 декабря 2022 года по району зарегистрировано всего 11426 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В том числе 9800 случаев с симптомами и 1534 бессимптомных случая. Летальных случаев всего 182. За 2022 год зарегистрировано всего 4063 случая COVID-19. Из них 50% случаев, то есть 2273 случая, приходится на лиц, у которых отсутствует специфический иммунитет, который приобретается при получении соответствующей вакцинации или ревакцинации. Основной причиной высокой заболеваемости населения района коронавирусной инфекцией является крайне низкий охват населения вакцинацией или вакцинацией против COVID-19. С начала прививочной кампании против COVID-19 по Бурабайскому району первым компонентом привито 32073 человека, что составляет 66,2% от подлежащего контингента. При среднеобластном показателе 75,6%. Вторым компонентом привито 28819 человек или 60% от подлежащего контингента. При среднеобластном показателе 73%. Ревакцинацию против COVID-19 получили только 14360 человек, что составило 56,8%. При среднеобластном 65,7%. В отчетном 2022 году среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет было зарегистрировано 365 случаев COVID-19. Учитывая рост заболевания коронавирусной инфекцией среди детей и подростков, необходимо обратить особое внимание на низкий охват вакцинации лиц данной возрастной категории. Охват вакцинации подростков первым компонентом составил 10,3%, при среднеобластном показателе 30%. И охват подростков вторым компонентом составил 9,3%, при среднеобластном показателе 30%. Также одним из проблемных вопросов в районе остается вакцинация или ревакцинация кормящих и беременных женщин. По кормящим женщинам охват вакцинации данной категории составил 9,7%. Первым компонентом при плане 1280 охвачены вакцинацией всего 124 кормящие женщины. И 9% вторым компонентом при плане 1280 охвачены всего 115 кормящих женщин. При среднеобластных показателях 21,9% первым компонентом и 21,6% вторым компонентом. По беременным женщинам охват вакцинации данной категории составил 3,7% первым компонентом при плане 300 охвачено всего 11 беременных женщин и 3,3% вторым компонентом, то есть при плане 300 охвачено всего 10 беременных женщин. При среднеобластных показателях 21% первым компонентом и вторым 21,6%. Также отмечается крайне низкий охват подростков, беременных и кормящих женщин ревакцинации. Всего охвачено ревакцинацией беременных 21, подростков 14 человек и кормящих женщин 10. Уважаемые жители Бурабайского района, все-таки мы вас призываем получать вакцинацию, ревакцинацию против коронавирусной инфекции, так как заболеваемость продолжает регистрироваться в районе. Спасибо за внимание.